тема моей проповеди сегодня. И днешната тема на моята проповед. Немножко об этом уже проговорила моя супруга. Это незаманчивое учение Иисуса Христа. Това е непримамливо учение на Иисус Христос. Давайте мы коротко помолимся. Нека кратко да се помолим. Слава Тебе, всемогущий Бог. Слава на Тебе, всемогущий Боже. Благослови нас, пожалуйста. Благослови ни. Приготовь наши сердца. Приготви нашите сердца. Помажь свое слово, которое уже помазано. Помажь своето слово. Чтобы оно преломилось для нас сегодня. То да се преломи за нас. И стало для нас открытым словом. И да стане отворено слово за нас. Чтобы оно стало для нас словом рема. Да стане слово рема за нас. И воплотилось и в нашей жизни. И да се воплоти в нашия живот. Как Ты пришел на эту землю. Как Ты уйти, дойде на тази земя. И воплотил все планы всемогущего Господа. И се воплотил всичките планове на всемогущия Бог. И принес славное учение. И се донесел славни учения. Нагорную проповедь. Нагорную проповедь. Новые заповеди. Новите заповеди. Которые мы сегодня стараемся исполнять. Които се стараем да исполняваме. Силою Святого Духа. Со силата на Святия Дух. Спасибо Тебе за то, что мы сами ничего не можем. Благодаря Ти, че не можем всичко сами. За эту святую зависимость от Тебя. За тази свята зависимост от Тебе. За то, что Господь, мы просто прилеплены к Тебе. За това, че сме прилепени за Теб. И все совершаем силу возлюбившего нас Иисуса Христа. И всичко правим со силата на Иисус Христос, който ни е възлюбил. Спасибо Тебе за то, что Ты сам исполняешь свои заповеди. Благодаря Ти, че Ти исполняваш своите заповеди. В наших жизнях. В нашия живот. Тебе за все слава, честь и хвала. Слава и честь на всичко на Теб. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. В името на Святия Дух, Син. Аминь. Аминь. Это действительно незаманчивое учение Иисуса Христа. И това непримамливо учение на Иисус Христос. Оно как бы всегда было в противовес. Винаги се противоставило. Тем лживым учением. На тези лживые учения. Которые как раз таки, вы знаете, как правило преподносит мертвая религия. Които преподнася мертвата религия. Наверное, все из нас помнят. Всички от нас, може би, се сещат. Ну, выражение Остапа Бендера. Израз. Почем нынче опиум для народа. Колко струва опиум за народа? Вы знаете, да, религия, она всегда предлагает некий опиум. И религията винаги предлага някакъв опиум. Что-то очень заманчивое. Нещо много примамливо. И очень соблазнительное. Нещо, което ни съблазнява. Что нам хочется просто прийти. Което искаме просто да дойдем. Вкусить. Да го вземем. Насладиться. Да се насладим на това. И становится очень плохо, когда это начинает заканчиваться, да? И стало много лошо, когато това нещо започва да свършва. Абстинентный синдром. У Иисуса Христа все по-другому. Иисус Христос прави всичко по друг начин. Давайте я открою одно место. И это написано во втором послании к Тимофею. Что отворя място от Библия, второто послание към Тимотей. Четвертая глава. Четвертая глава. Где апостол Павел пишет. Където апостол Павел пише одному из епископов, за комединия от епископите, который был с детства наставлен в священных писаниях, който от детството е бил наставляван със свещеното писание, и очень хорошо знал писание, и много добре е познавал писанието, но он все равно наставляет его, но той все пак продолжава да го напутства, и заклинает, и да го заклинава. И эта глава начинается так. Тази глава започва така. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых. На проекторе можно читать параллельно, на болгарском языке. В явлении Его и Царстве Его проповедуй Слово, настой во время и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые что? Которые льстили бы слуху. Ну, то есть что-то льстивое. Что значит лесть? Какво означава лесть? Все будет хорошо. Че всичко ще бъде добре. Деньги будут приходить. Проблемы будут сами решаться. Проблемите сами ще се решават, парите ще идват. Очень приятное учение. Много приятно учение. Которое будет ласкать ваш слух. Което ще ви харесва. И от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, приноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение Твое. Можем сказать на это аминь? Можем докажем
Это учение, которое защищает апостол Павел. Учение, което защитава апостол Павел. Наставляет епископов. Напутствует епископите. И заклинает буквально. И заклинава. Держитесь здорового учения Иисуса Христа. Да се придържат към здравото учение на Исус Христос. А не склоняйтесь к разным лжеучителям. А да не се склонят към лъжливите, которые будут учители, ласкать ваш слух. Които ще бъдат по вашите страсти. Вы знаете, это движение происходит по всему миру. И това движение се случва по целия свят. У нас, наверное, уже несколько служений подряд. Вече няколко служби наред. Идут наставления веры. Има наставление в вярата. И определенные такие предупреждения против всяких ересей. И определенные предупреждения относно ересите. Ну, вот мы были недавно с Натальей в Казахстане. Наскоро бяхме с Натальей в Казахстан. Там общались со многими пасторами. И много общувахме с пастори. До этого были в Турции. Преди това бяхме в Турция. И там тоже встречались с пасторами. Там също се срещнахме с пастори. Ну, вы знаете, удивительно. Много удивительно. То есть по всему миру происходит примерно одно и то же. По целия свят се случва почти одно и също. Очень большое распространение лъжеучений. Има голямо разпространение на лъжливо учение. И я сегодня коснусь всего лишь только немного. И днеска малко ще докосна това. Потому что мы получили предупреждение. Защото получихме предупреждение. Я сегодня зачитаю одно решение, которое было принято почти полтора года тому назад. И ще прочту одно решение, което било взето почти една година и половина. Ну, наверное, очень многие слышали об учении Мунтяна. Може би някои от вас са чували за учение на Мунтян. Мунтян. Да. Движение, которого уже мы предали анафеме, ну, целая большая конгрегация евангельских христиан. И това служение предадено към анафема. Потому что это коммерциализированное учение. За что-то твое коммерциализированное учение. Которое за хорошие деньги. Кое-то за добрые пари. Ну, предлагает вам. Давайте мы, вы платите 10 тысяч долларов. То это предлага, это то, что я лично слышал. 10 тысяч долларов. Я лично выйду, я апостол. И я апостол. Апостол Мунтян. Мунтян. Выйду к вам домой. Ще дойда при вас. Помолюсь за ваш дом. Ще се помоля за ваш дом. И просто придет финансовое сверхъестественное обеспечение. И ще дойдат сверхъестественно финансите в вашия живот. Всего лишь 10 тысяч долларов. Сам это, трябва это да платите 10 000 долара. Това не е много. Сегодня пришло следующее лъжеучение. И днеска дойде другото лъжеучение. Которое я тоже исследовал. Което съм изследвал. Ну, несколько раз столкнулся с ним. Няколко пъти съм се сблъснал с това учение. Поначалу вроде бы показалось нормально, брат проповедует. Началото ми се стори нормално. Това проповядва един брат. Какая-то интересная терминология, интересная выбрана им. Терминология. Ну, так, очень модерно. Модерна терминология. Ну, как-то вот так заманчиво довольно. Доста примамливо. Звучит вот ну, так, вроде бы как полунаучно. Полунаучно. Но потом, когда более тщательно исследовал братство. Но поподробно се исследва братството. И выделили несколько пунктов. И са са почитали няколко пунточки. То есть целый союз исследовал его учение. Целият союз е изследвал учението му. Это учение Андрея Яковишина. Това е учение на Андрея Яковишина. Может быть, кто-то слышал. Белорусский дар. Той от Беларуси. Да, они были когда-то вместе с Мунтяном, потом не поделили деньги и някога са били разбежались. С Мунтян и сега споделили парите и вот, се разделили. Прислали такое предупреждение нам, потому и что мы сотрудничаем. И това предупреждение за нас, защото сотрудничаем с мы находимся тях, в этом союзе. Намираме се в този союз. Союз евангельских христиан. Союз на евангельските християни. В связи с запросом пасторов поместных церквей. Във връзка с запросите на пасторите, выразить нам, вам свою позицию в отношении деятельности белорусского служителя Андрея Яковишина. И искаме да ви покажем нашата позиция, свързана с дейност, която извършва Андрей Яковишина. Яковишин. Который с недавнего времени начал очень активную деятельность по всему СНГ. Който наскоро започнал дейност в цялата Русия. И в конце ноября он будет в Турции в городе Алания.
И той ще бъде в Турция, град Алания. В которой мы недавно были с Наташей. Който ние бяхме наскоро. Я написал пастору Максиму Осколкову. И аз написах на пастор Максим Осколков. С предупреждением о том, что... С предупреждение. Наближается конференция. Че се наближава конференция. Небесная цивилизация. На небесната цивилизация. Говорит, а мы уже предупреждены. И той казва, че вече са предупредени. Мы знаем, что этот брат еретик. Те знаят, че този брат е еретик. И мы уже его ждем. И вече го очакват. И вот предупреждения такие. Чему учит Яковишин? На какво учи Яковишин? Члены Духовного Совета проанализировали целый ряд проповедей семинаров, находящихся в открытом доступе в интернете. Членовете на целия совет са анализировали това, което се намира в интернет, относно това учение. И выделили несколько утверждений, которые повторяются снова и снова в его посланиях и откровенно противоречат доктринам Священного Писания. Тези учения, които се повтарят при него, и те противопоставят се на ученията на Свещеното Писание. Первый пункт. Это его утверждение. Първата точка – неговото утвърждение. Възможность верующим превращаться в животных. Възможността на вярващите да се превръщат в животните. Подобно тому, как апостол Иоанн, находясь на острове Патмос, мог видеть Иисуса в образе Агнца. Както апостол Йоан, който се намирал на остров Патмос, е могъл да вижда Исус в образа на Агнто. Так и съвършените тела християн способны трансформироваться в образа животных. Така и съвършените тела на християните са способни да се трансформират в образите на животните. Второе. Люди в бестелесном состоянии существовали в духовном мире еще до сотворения Адама. И хората в без тяло са съществували в духовния свят още преди сътворяването на Адам. Будучи свидетелями сътворения мира, они, как и сыны Божии, радовались появлению Вселенной. И бидейки свидетели на сътворението на света, те, както и Божиите синове, са се радвали на появата на Вселената. Следующий пункт – утверждение о том, что уверовавшие являются совершенными богами. Утвърждаването, че вярващите са съвършени богове. Сделанное на основании слов Христа, цитирующего Псалом 81. И това се основава на думите на Христос, цитира се Псалом 81. Где речь идет о судьях Израиля. Где-то се говори за съдиите на Израил. Следующий пункт. Всеобщее спасение людей. Всеобщото спасение на хората. Для верующих нет смерти. За верующих няма смърт. Их тела уже здесь на земле обладают характеристиками прославленного тела, в котором Христос воскрес из мертвых. И на земята телата им вече имат характеристиките на прославленото тяло. Очередной пункт. Ада в его традиционном христианском понимании не существует. Ад в своето традиционно разбиране не съществува. На самом деле Бог только пугает людей адом. Всъщност Бог само плаши хората с ад. Но в конечном итоге все будут спасены. Но в край на краища всички ще бъдат спасени. Седьмой пункт. Второе пришествие Христа, как его ожидает церковь, не будет. Второе пришествие на Христос, както го очаква църквата, няма да се случи. Христос уже пришел в этот мир в лице уверовавших в Него. Христос вече е дошъл на този свят. Нам следует не ожидать Христа, но являть Его этому миру. Не трябва да очакваме Христос, но трябва да го явяваме в този свят. Очередной пункт. Мы уже едины со Христом, так что я Христос, а Христос это я. Ние сме едини с Христос, така че аз съм Христос, поэтому а Христос това съм аз. Поэтому християнину нет необходимости уединяться с Господом в молитвенной комнате за для личного общения. Затова християнин няма нужда да се уединява с Господ в молитвена стая за лично общуване. Поскольку Христос и так уже в нас. Защото Христос вече е в нас. Девятый пункт. Слушатель должен обнулиться, чтобы стать способным принять его, Яковишина учение. Този, който слуша, трябва да се обнули, да се рестартира, за да бъде способен да приеме учението на Яковишин. Религиозно мислене не сможе вместить это учение. Религиозното мислене няма да може да побере това учение. Это далеко не полный список. Това не е пълен списък. Но его достаточно, чтобы заметить схожие взгляды Андрея Яковишина с учением New Age. Но този списък е достатъчен, за да видим подобни възгледи на Андрея Яковишин с учението на New Age. Мы вынуждены признать деятельность Андрея Яковишина. И трябва да признаем дейност на Андрея Яковишин. Чьи проповеди в основном представлены на YouTube-канале «Белорусский дар». Чието проповеди са представени на YouTube на канал «Белорусский дар». Деструктивный.
деструктивна и противоречащий учению Библии. И противоречащ учението на Библията. Безусловно, этот человек обладает определенной харизмой, ораторскими навыками. Има харизма, има ораторски навици. Способностью затронуть струны человеческой души своими эмоциональными обращениями. Може да докосне струните на човешката душа със своите емоционални обращения. Однако это делает его еще более опасным лжеучителем. Но това го прави още по-опасен лъжлив учител. О появлении которых в последнее время предупреждал сам Иисус Христос. За които Иисус Христос се предупреждавал, че ще се появят. Смещение фокуса со Христа на человека. Фокусът е вече на човека. Делает его послание человекоцентричным. И посланието му е човекоцентрично. Произвольную манипуляцию, вырванным из контекста текстами Библии. Има произволна манипулация, дават се места от Библия, обаче са извън контекста. Так что человеку, не имеющему богословского образования, будет нетрудно запутаться и впасть в обольщение. И человек, който няма богословско образование, може и да се обърка в това всичко. Принимая во внимание все вышесказанное, Духовный Совет настоятельно рекомендует священнослужителям категорически дистанцироваться от деятельности Андрея Ковишина. И взимайки предвид всичко това, което казахме, Духовный Совет препоръчва священнослужители да се дистанцират от дейността на Андрея Яковишина. И его духовного влияния. И духовното му влияние. Вместе с тем оставляем возможность для Андрея Яковишина покаяться в ересях и вернуться к чистоте евангельского вероучения. И също даваме възможност на Андрея Яковишина да се покае в своите ереси, да се върне към чисто евангелско вероучение. Ответственный секретарь Духовного Совета. Отговорен секретар на Духовния Совет. Пастор Д.А. Таранов. Пастор Д.А. Таранов. Вот такое предупреждение нам. Това, как церкви поместной. Имаме такова предупреждение към нашата църква. И я с этим заключением абсолютно согласен. И с това заключение съм съгласен. И принял решение сегодня это зачитать. И приех решение да прочита това днес. Но сегодня я хочу вернуться к учению Иисуса Христа. Но днес искам да се върна към учението на Иисус Христос. Вы знаете, давайте мы откроем Священное Писание. И нека да отворим Священното Писание. Евангелие от Матфея, 19 глава. Евангелие от Матей. 19 глава. 19 глава. С 16 стиха. От 16 стих. Ну, это знаменитая история. Твоя много известная история. Про богатого юноша. За богат младеж. Здесь написано так. Перевод можно читать на проекторе. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь вечную жизнь?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал ему: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печали, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус воззрев сказал им: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшись за мной в погибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первыми, последними, и последние будут первыми». Аминь. Знаете, вот просто вот это событие, которое произошло 2000 лет тому назад. Това событие, което се случило преди 2000 години. Ну, оно вообще никак не вписывается.
по никакъв начин не се вписва в последнее учение. В последното учение. А, пресверитете, преуспевание. Учението на успех. Я не знаю, наверное, кто-то из вас тоже слышал. Может быть, някой от вас е чувал, что Бенни Хин покаялся. Че Бенни Хин се е покаял. В своем учении. В своето учение. О том, что, ну вот, что вот принесите, да, я был на служении Бенни Хина. Бях на неговото служение. Его призыв всегда был один и тот же. И призывът му беше един и същ. Вот кто сейчас к сцене выбежит первый. Който ще дойде на сцената първи. И в конверте вынесет $500. И който в плик ще донесе $500. Первый получит исцеление. Той ще получи първи исцеление. А потом след последующие люди. И хората след този човек. Я видел, как люди бежали с вот этими конвертами. И аз виждах, как хората бягаха с тези пликове. И в каждом конверте было по $500. И во всеки плик имаше по $500. Ну, вроде бы небольшая сумма, да? Не толкова голяма сума. Ну, для кого-то это большая сумма. За някой хора това голяма сума. А если собрать то, что сбегались, ну, толпа народа. Но ако взимаме предвид, че имаше толпа хора с тези пликове. То деньги были, в общем, приличные. Имаше много пари. Ну вот утверждают, что Бенни Хин покаялся в этом. И утверждают, что Бенни Хин се е покаял. На сегодняшний день он так не поступает, якобы. По сути, сега не поступва, ну, по този начин. Дано да е така. Знаете, просто когда вот так предлагают Евангелие продавать за деньги. Когато така предлагат да продават Евангелието за пари. Ну, оно совершенно противоречит тому, что делал сам Иисус Христос. И това противоречи на това, което правил самия Иисус Христос. Ну, вот пришел богатый юноша. Дойде при него богат младеж. Ну, исходя из последних учений. Обаче, ако взимаме предвид последните учения. Иисус би му сказал, ну что там твои богатства вообще? Иисус би му казал, какво толкова с твоето богатство, с твоя имот? Вот последуешь за мной, последвай ме, я сделаю тебя таким богатым, я ще те направя такъв богат, что тебе даже не снилось. Че дори не можешь да себе представиш. Ну так или не так? Дали ну, е така? Просто золото будет сыпаться с неба. Просто злато ще се сипе от небето. Бриллианты будешь находить. Ще намираш бриллианти. Кстати, вот были в Казахстане. Когато бяхме в Казахстан. И пастор, который я рукополагал. И пастор, когато съм рукоположил. И он возглавил движение, которое молилось, чтобы с неба падали бриллианты. И той беше главен на движението, което се е молил от небето да падат диаманти. И вы знаете, они молились, чтобы к концу служения у них на руках появлялось золото. И те се молили в края на службата на ръцете им да се появи злато. И вы знаете, золотые люспы, вот такие, как чешуя, начали появляться на ладонях у людей. И започнали се да се появяват златни люспи. И они люспи начали славить Бога. И те они начали собирать Бог. Эти чешуйки в специальные сосуды. И в специальные сосуды се собирали тези люспи. Ну, думали, что это золото. И те са мислили, че това е злато. Сколько людей в это поверовало? Колко хора са повярвали в това? Но через какое-то время. Но след време. Бог их обличил. Бог ги обличил. Интересно, когда у них глаза открылись. Когато очите им се отвориха. А вот эта золотая якобы чешуя, она просто исчезла, как и труха. И това, даже тези златни люспи просто са исчезнали. И пастор тоже покаялся. И пастор също се е покаял. И сказал, это всего лишь было обольщение. И той каза, че това е било Дьявол тоже, оказывается, умеет делать фокусы определенные такие. И дьявол също може да прави фокуси. Ну зачем Богу вот заниматься вот этими делами? Защо Бог да се занимава с такива дела? Давайте мы еще одно место откроем. Нека да отворим още едно място. Это Евангелие от Луки. Евангелието от Лука. Еще одно место, где Иисус Христос говорит. Още едно място, където Иисус Христос казва. Евангелие от Луки, 9 глава. Евангелието от Лука, 9 глава. С 23 стиха. От 23 стих. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Что пользы человеку, если человек приобретет весь мир? Какая польза за человека? Ако придобие целия свят. Мы с Натальей недавно посмотрели фильм, который прошел по кинотеатрам. И с Натальей погледнахме фильм, който имаше в кината. Ну, мы наскоро его посмотрели, когда летели в самолете. Когато летяхме в самолет, го погледнахме. Ну, надо было как-то провести время. Трябваше да се прекараме време. И мы посмотрели фильм под названием «Элвис». И погледнахме фильм, който се нарича «Элвис». Это знаменитая история про кого?
За кого это за история? Элвиса Пресли. За Элвис Пресли. Невероятный человек. Невероятный человек. Выходец из верующей христианской семьи. И то и был роден в верующую христианскую семейство. Очень хорошо прославлял Бога. Много добре прославил Господь. Очень хорошо двигался. Много добре себя движил. И потом он начал танцевать, петь. Започнал да пее, да танцува. Белый парень. Белый мальчик. Он начал петь афроамериканские песни. Започнал да пее афроамериканские песни. И танцевать афроамериканские танцы. И да танцува афроамериканские танцы. Что в те времена это было просто с чем-то скандальным. И в онези времена это было скандально. Ну, поначалу его возненавидели. Началото се започнали да го мразят. Но танцы его были настолько завораживающими. Но танците му толкова добре изглеждаха. Что просто люди начали реально сходить с ума. И хората започнали да полудяват. Я скажу так, что за короткий промежуток времени своей жизни. И за краткое время от живота си. Этот человек прожил недолго. Този човек е живял недълго. Чуть больше 40 лет. Малко повече от 40 години. Он приобрел весь мир. Той е спечелил целия свят. Просто весь мир. Целия свят. Женщины катались у его ног. Целовали его туфли. Жените са целували обувките му. Устраивались в очереди, чтобы просто обняться с ним. И просто са средили на опашки, огромные за да се прегърнат с него. Голямо количество хора. Как хора. Этот человек закончил? И обаче как е свършил този човек? Закончил на наркотиках. С наркотици. И просто куда пошла его душа? И къде е отишла душата му? Дай Бог, чтобы Элвис перед смертью покаялся, правда? Дано той да се е покаял преди смъртта си. Потому что Бог не желает смерти грешника. Защото Бог не пожелава смъртта на грешниците. Чтобы все пришли к покаянию. То иска всички да се покаят. И вот этот богатый юноша. И този богат младеж. Что говорит ему Иисус Христос? Какво му казва Иисус Христос? Вот все то, что ты имеешь. Всичко, което имаешь. Иди продай. Вот иди и го продай. Знаете, вот Иисус Христос ясно показывает, что он не заинтересован абсолютно в его финансах. Иисус Христос показывает, что не го интересуют финансы ему. Почему? За что? Потому что потом он говорит. За что-то после той казва. Вот, а потом все то, что ты продал? И всичко, което си продал? Раздай это все нищим. Просто го раздай на бедните хора. Не мне принеси, да? Не к моим ногам положи. Не к моим крака. Раздай нищим все. Просто го раздай. Просто ги дай тези неща на бедните хора. И потом вернись ко мне. И после се върни при мене. И следуй за мной. И ме следвай. Аминь или не аминь? Иисус не заинтересован в нашем богатстве. Иисус Христос не се интересува от нашите богатства. И Он не заинтересован в том, чтобы сделать нас богатыми. И Той не иска да ни направи богати. Это не Его цель. Той не се интересува от това не е неговата цел. Вы знаете, вот при том, что учение Иисуса Христа не привлекательно абсолютно. И может быть, учение на Иисус Христос не е примамливо. Сам Иисус. Самият Иисус. Он привлекательный. Той дали примамлив. Это самая привлекательная личность во Вселенной. Той най-привлекателната личность во Вселенной. Вы знаете, находиться рядом с Ним было великим благом. И да се намираме до Него е било голямо благо. Потому что вот эти чудеса, которые происходили. Что-то у нези чудеса, които са се случвали. В окружении Иисуса. В окружението на Иисус. Вот Иоанн пишет, что книги всего мира не могут всего этого вместить. И Иоанн пишет, что книги на целия свят не могут да поборят всички тези чудеса. Иисус постоянно совершал чудеса. Иисус постоянно извършвал чудеса. Для него это было чем-то естественным. За него това било нечто естественное. Он был постоянным ответом на нужды людей. Той бил постоянен отговор на нуждите на хората. Накормить тысячу людей. Да нахрани хиляда хора. Одеть тысячу людей. Да облечи хиляди хора. Исцелять тысячи. Да исцелява хиляди хора. Освобождать тысячи. Да освобождава хиляди хора. Воскрешать. Да воскресява. И вы знаете, когда я сегодня слышу. И когда днес чувам. Вот это лжеучение. Лъжливо учение. О том, что нам ничего этого не надо делать. За това, че ние ничто от това не трябва да правим. Иисус уже все сделал. Иисус вече всичко направил. Мы строим свою жизнь. И ние строим свой живот. На совершенной работе Иисуса Христа. Совершенната работа на Иисус Христос. Как вы думаете, соответствует ли это Евангелию? Как мыслите, дали това съответства на Евангелие? Тогда зачем вообще ученики? За какво тогава требуют ученицы? После того, когда Иисус Христос умер и воскрес и ушел от Иисуса на небеса. Когда Иисус Христос се умрял и воскреснал и после утешил при баща си. Они продолжали исцелять. Те са продолжавали да исцеляват. Продолжали или нет? Дали са продолжавали? Или все прекратилось? Или всичко исправил? Они продолжали освобождать. Те са продолжавали да освобождават. Они продолжали воскрешать.
Да воскресяват хората. Более того, они пошли до края земли. И те са отишли до края на земята. До края прежней вселенной. До края предишната вселена. И более того. И още повече. Они положили свои жизни. Те са жертвали свой живот. Ну не просто так успокоились. Не просто... В совершенном мире Иисус Христа. Не просто са се успокоили в съвършения мир на Исус Христос. Где-то легли на удобных някъде кушетках. Някъде да са легнали на удобно легло. И сказали, Исус уже все сделал. И нали не са казали, Исус вече всичко направил. Нам-то какая забота? За какво да се грижим? Давайте успокоимся. Нека да се успокоим. Давайте мы будем очень внимательными. Нека да бъдем внимателни. К учениям последнего времени. Към ученията на последното време. И проверять их на основании Евангелия. И да ги проверяваме на основанието на Евангелие. Соответствуют ли они? Дали съответстват? Потому что неспроста эти ереси. Защото не напразно тези ереси. Получили названия какие? Как... Пагубные. Те са пагубни. Они ведут куда? Они ведут в погибель. И ереси, которые ведут в погибель. Ересите, които водят към гибелта. В погибель огненную. В огнена погибель. В вечную смерть. В вечната смерть. Просто немножко подтасовать карты. Просто малко да приредиш и карти. И предоставить вам другого Иисус Христа. И ще ви дадат друг Иисус Христос. Иисус Христос предупреждал об этом. Иисус Христос е предупреждавал за това. И он говорил о том, что в последние времена. Че в последните времена. Иисус Христос, а или дьявол. Че дьявол. Будет являться как? Той ще се явява как? В виде ангела света. В виду на ангела на света. Или Иисус Христос предупреждает, говорит, ну, будут вам говорить, что там Христос, да? Ще или ви казват, там Христос. Там е Христос или там. Но не ходите туда. Но не утивайте там. Аллилуйя. Пусть Господь даст нам разумение. И нека Господь не даде разбиране на това. И вы знаете, я вот... Долгие годы размышляю. Долгие години размышлявам. И мне, конечно, очень интересно. Много мне интересно. Очень много каких-то, вы знаете, непонятных таких вопросов, на которые практически невозможно найти ответы. Има вопросы, на които почти невозможно да найти ответ. Почему так вообще все устроено? За что всичко такая устроено? Почему врата, ведущие на небеса? За что врата, които водят към небесата? Они какие? Какви сады? Они очень узкие. Те са много тесни. Они просто засыпаны терном. Те са засыпаны с... Завалены камнями. С камени, терни. Иисус Христос говорит, и лишь немногие находят их. И не саму малкуто намира този път. И почему широки врата? Но за что са широки врата? Ведущие в погибель. Които водят към погибел. И что говорит Иисус Христос? Какво казва Иисус Христос? И многие идут и этим путем. И многото отиват по този път. Как страшно, правда? Колко е страшно. Почему так устроено все? За что такая направлено? Почему, казалось бы, Богу, который всемогущий? За что Бог, който е всемогущий? Так трудно найти путь. Ток към Бог е толкова трудно да намерим а път. А к дьяволу, към который дьявола, является падшим ангелом, който е ангел, който паднал, люди просто толпами бегут. Просто хората с толпа бягат към него. И вы знаете, я всегда отвечаю на этот вопрос. И на този вопрос винаги отговарям. Направляю людей к книге Иова. И ги спрашивам към книгата на Йов. Это самая древняя книга в Писании. Това е най-древната книга от Писанието. Древнее не существует. Няма по-древна книга от тази. И эта книга, она чему-то нас хочет научить. И тази книга иска да ни научи на нещо. Вы знаете, когда-то там, на небесах, произошел някога бунт. Някога там, на небесата, се е случил бунт. И где-то этот бунт, он был такой, знаете, реально очень глубокий. И... Този бунт е бил дълбок. Потому что затрагивал очень глубокие такие, я так скажу, применю это слово, экзистенциональные вопросы. Защото е докосвал дълбоки екзистенциални въпроси. Примерно такие. Например, такива. Дьявол задает Богу вопрос. Дьявол пита Бог. А почему только ты можешь быть Богом? Защо само ти можеш да си Бог? Я тоже хочу быть Богом. Я искам да съм Бог. Справедливый вопрос. Дали справедлив този вопрос? Ну, вполне справедливый. Напълно. Вы знаете, сатана написано первый согрешил. И сатана, пише, че сатана е първи он согрешил. Есть изобретатель всякой лжи. Той е изобретателят на всякаква лжа. Писание его называет отцом лжи. Писанието го нарича отец на лъжата. И вы знаете, он увел за собой третью часть ангелов. И трета част от ангелите са го последвали. Мало ли это? Дали това е малко? Это далеко не мало. Това не е малко. Увести у кого? Увести у Бога третью часть ангелов. Да вземе от Бог третья часть от ангелите. Ну, это очень серьезно. Това е много серьезно.
33%. 33%. Вот эта третья часть ангелов, она вместе с дьяволом просто была брошена на землю. И третья часть, что ангелы заедно с дьяволом собили, схвырлили на землю. И вот в книге Иова дьявол задает Богу вопрос. Дьявол пита Бог. А разве даром богобоязнен Иов? Дали просто такая Иов всех страховал тип? Не ты ли его обложил со всех сторон? Нали, согрижешь за него, всички ты страны? Конечно, ты будешь... Конечно, он будет воздавать тебе славу и честь. И той со сигурностью, что ты прославил. Но попробуй отними у него. Но ако махнешь всичко това около него. Здоровье. Здравие тому. Благосостояние. Благосостояние тому. Все, что у него есть. Всичко, кое-то то има. Прославит ли он Дали тебя? Дали той, что ты прославил след това. И началось. И така всичко започнуло. Детей всех истребил. Той и истребил деца. За короткий промежуток времени все имение пропало. За краток период от времени цели ему имоты пропаднул. Скот был уничтожен. Скотта също е бил уничтожен. Самая страшная болезнь. Той имал най-страшната болезнь. Которая есть на земле. Която има на земята. В современной медицине она звучит как лепра. В современной медицине това е като лепра. Это болезнь страшнее проказа. Това е болезнь по-страшна от проказа. Когда человек покрывается такой толстой гнойной коростой. Когато човек се покрива с гнойна короста. Все его тело гниет. Цялото му тяло започва да гние. И воняет. И да мирише. И человек заживо разлагается. И човек започва да се... Заслужил ли такой болезнь Иов? Да сгнива. Писание говорит, не было такого человека, более праведного, чем Писанието Иов. Писанието казва, че не имало такъв праведен човек, като Иов. Но Бог допустил. Но Бог и допуснал. Вот, вы знаете, вот этот момент, который очень тонкий и очень важный. И точно тонко важен момент. Бог допускает. Бог допускам. Чтобы человек, каждое существо, духовное существо во всей вселенной, че всякакво духовно существо во вселената, выбрало лично для себя, лично за себе си да избере, за кем не следовать, кого да следва, и чтобы это был свободный выбор, това да бъде свободен избор, чтобы никто на это не давил, никой да не може да натиска. По крайней мере, Бог точно не давит. Бог със сигурност не натиска. Он просто предоставил возможность выбирать. Той просто не дава възможност да избираме. И дьявол через эту книгу Иова, он дает нам понять. И дьявол через тази книга на Иов вот дав, не дава сегодня да разберем. Идет мощная духовная брань. Има мощная духовная брань. И ты человек вправе выбрать. И человек има право да избере. За кем тебе идти? Кого да следва? За Богом или за мной, за сатаной? Дали Бог или сатана? Выбирать тебе. Ти трябва да избираш. Только сатана сделал... Просто очень привлекательным. Просто сатана направил много примамливо, привлекательно. Свой путь. Привлекателен свой путь. Путь в ад. Путь к ада. И кто-то из теологов очень хорошо сказал. Путь в ад теологите много добре казал. Уложен самыми невероятными благами. Че путь до ада е изграден от много блага. А путь в рай? А путь до рая. Все наоборот. Изглежда напълно различно. Просто завален камнями терными. Има камни и тернии. Пусть Бог лично откроет каждому из вас. И нека Бог лично да открие за всеки един от вас. Почему так трудно прорываться? Защо е толкова трудно да вървим по този път? Но возможно, правда? Но возможно. Писание говорит, что говорит Господь Бог. Писанието казва това, което казва Бог. Бог говорит так, найдете меня. Бог казва, ще ме намерите. Если взыщите меня всем своим сердцем. Ако ме търсите с цялото си сърце. Не частью своего сердца. Не само с част. От своего сердца. Не 50% твоего сердца. Не 50%. 100% твоего сердца. 100% от твоего сердца. Почему Бог так поставил опять? За что Бог такая направил? Потому что спасение только в том. За что-то спасение то само в това. Когда ты полюбишь Бога. Когда ты обичаешь Бог. Всем своим сердцем. Со целого си сердце. Всей своей душой. С целого си душа. Всей своей крепостью. Цялата си крепост и всем разумением своим. И цялото си разумение. И этот путь будет нелегким. И този път няма да е лесен. И моя задача предупредить. И моя задача да ви предупредя. Что человек, который приходит к Богу. Че човек, който идва при Бог. Проблемы только начинаются. При него проблемите едва започват. Я не из тех проповедников, которые говорят: «Приди к Иисусу, и все проблемы закончатся». Аз не съм от тези проповедниците, които казват: «Ела при Иисус, и всичките ти проблеми ще изчезнат». Более того, скажу, что это абсолютно ложь. И ще кажа, че това е лъжа. Когда евангелисты так говорят. Когато евангелистите казват така. Иисус сказал: «Я пришел, чтобы победить этот мир». Иисус каза: «Аз дойдох, за да победя този свят».
Я не пришел, чтобы извлечь вас из этого мира. Аз не дойдох, за да ви извадя от този свят. Это слова Иисуса Христа. Това са думите на Иисус Христос. Но вы будете иметь победу в этом мире. Но вие ще имате победа в този свят. Если будете пребывать во мне. Ако пребивавате в мен. Давайте я открою еще одно место. Ще отворя още едно място. Это написано в Евангелии от Иоанна. В Евангелието от Йоан. 15 глава. 15 глава. 4 стиха. От 4 стих. И здесь написано так. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода. И без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете и прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сие и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Да вы чего не попросите от отца моего». Он дал вам. Смотрите, какая интересная, хорошая тенденция. Когда наш плод пребывает, только тогда Отец слышит нашу молитву. Тогава Отец чува нашите молитвы. Когда мы исполняем заповеди Его, когато исполняваме Неговите заповеди, тогда Отец слышит наши молитвы. Тогава Отец чува нашите молитвы. И самая главная заповедь. И най-важната заповедь. Знаете, нету больше той любви. Няма по-голяма от тази любов. Вот слова Иисуса Христа. Думите на Иисус Христос. Нету больше той любви. Няма по-голяма от тази любов. Как если кто душу свою положит за друзей своих. Когато някой даде своя душа, пожертва своята душа заради своите приятели. Вы знаете, совершенно не соответствует вот этим последним учениям. Това не съответства на последните учения. О том, что уже все совершено. Че всичко е свършено. Ничего делать не надо. Че нищо не трябва да правим. Надо успокоиться у ног Иисуса. Трябва да се успокоим пред краката на Иисус. Мир. Иисус уже все совершил. Иисус вече всичко е свършил. И так далее, и подобное. И така нататък. Вот это абсолютная ересь, пагубная ересь. Това е пагубная ересь. Еще одну ересь, которую я недавно услышал, что мы Иисус Христос – это такие сиамские близнецы. Что я, что Иисус – это одно и то же. Иисус безгрешен. И я безгрешен. У Иисуса нет начала. Няма начало. И у меня нет начала. И аз нямам начало. Иисус совершил все чудеса. Иисус е направил всички чудеса. Значит, и я совершил все чудеса. Означава, че аз съм направил тези чудеса. И при этом не предполагается даже. И дори не се предполага. Вера в Иисус Христа. Вярата в Иисус Христос. Человеку внушается, что он уже Иисус Христос. На човека му се внушава, че той вече Иисус Христос. И все уже сделано. И всичко е направено. Он абсолютный Иисус. И той абсолютный Иисус. Несмотря на то, что у него грязь в доме. Не взимайки предвид, че има мръснота в къщи. Дети непослушные абсолютно. Децата не са послушни. Преступники. Че са престъпници. Ты уже Иисус Христос. Но ти си Иисус Христос. И ты совершенный. И ти си совершен. И делай, что хочешь. Прави каквото си искаш. Абсолютная пагубная ересь. Това е абсолютната пагубная ересь. Я задам вам сегодня вопрос. Почему погибли все апостолы? И ще ви питам, защо са загинали всичките апостоли? Кроме одного. Освен единия. Зачем надо было умирать? За какво трябвало да умират? Если бы апостолы не захотели умирать, как вы думали, у них был шанс вообще? Ако апостолите не биха искали да умират, дали са имали шанс? Я думаю, что они могли и не умирать. Мисля, че те са могли да не умират? Ну уж точно не все. Точно не всички. Но они почему-то все погибли. Но те всички са загинали. Почему они погибли? За что? И вот, вот это совершенная заповедь. И тази совершенная заповедь.
Знаете, апостол Павел как по этому поводу сказал? Как апостол Павел и казал за по този повод? Я стремлюсь к почести высшего звания на небесах. Стремлюсь к почести, наивысшей почести на небесах. Не достигну ли я? Няма ли да го достигна? Как достиг меня Христос Иисус? Как Иисус меня достигнул? А как достиг меня Христос? Как меня достигнул Иисус Христос? Как? Как? Через жертву. Через жертвата. Христос умер за меня. Христос се починал заради мен. Если бы он не умер за меня, ако той не би умрял он бы за меня и не воскрес бы, правильно? Той нямало да воскресна заради если бы он не воскрес, он бы и не воссел там на небесах. И ако не беше воскреснал, нямало да бъде на небесах. И не стал бы моим личным ходатаем. И нямало да нямаше да бъде моя личен ходатай. Дали е така? Апостол Павел к чему стремился? Апостол Павел към какво се е стремил? Не достигну ли и я? Няма ли да достигна и аз? Как достиг меня Иисус Христос? Как Иисус Христос меня достигнул? Что это значит? Какво означало това? Давайте мы откроем это место. Нека да отворим това място. Вы знаете, это написано в книге Деяния. Това пише в книгата Деяния. Смотрите, апостол Павел. Апостол Павел. И Церковь Божия. И Божията Църква. Узнают. Те научават. О том, что апостол Павел. За това, че апостол Павел. В Иерусалиме будет схвачен. В Иерусалим ще бъде хванат. Давайте прочтем это место. И некогда прочтем това място. Книга Деяния 21 глава. Деяния 21 глава. С 10 стиха. От 10 стих. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние спросили, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. То есть они просили апостола не ходить, потому что только что пророк сказал, что его там схватят. И казаха на апостола да не отива в Иерусалим, за что-то пророк казал, че ще го хвана там. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. Слава нашему Богу, Богу, правда? Слава нашему Богу. Вы знаете, статистика христианская. Христианская статистика. Говорит о том, что. Говорит за това. Никакая церковь на земле. Че никаква църква на земята. Не возникла. Не возникнала. Если под ней не была заложена какая-то жертва. Ако в основата няма някаква жертва. Вы знаете, например, на чем стоит Болгарская церковь. Върху какво стои Българската църква? Это гора трупов. Това са планина от трупове. Тысячи, десятки тысяч служителей, святых. Десятки хиляди служителей, свети хора. Которые когда-то во время Османского ига. По времето на Османското иго. Погибли за имя Иисус Христа. Те са загинали заради името на Иисус Христос. За 520 лет. За 500 години. Сколько погибших святых болгар. Колко има загинали свети българи. И поэтому здесь церковь, она, знаете, она стоит довольно прочно. И затова тук църква стои много твърдо. То есть мы, каждый человек может смело сказать, что България это христианская страна, правда? Всякий человек может сказать, что България христианская держава. Потому что цена была положена просто колоссальная. За что-то има голяма цена. И любая церковь. И всяка църква. Она на этом стоит. Тя стои върху това. То есть нас в основании церкви не только жертва Иисус Христа. В основата на нашата църква не е само жертвата на Иисус Христос. Но жертвы многих мучеников. И обаче жертвата на много мученици. И давайте я еще открою второе послание к Тимофею. Ще отворя второе послание к Тимотей. Второе послание к Тимофею. Третья глава. Третья глава. С первого стиха. Нет, третья глава. Второе послание к Тимофею, третья глава, с первого стиха. Знаешь же, что в последние дни наступят времена тяжкие. И тут перечисляется, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надмены, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны и очень много. Ну, то есть последние времена. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь.
С 5 стиха. «Имеющие вид благочестия силы живо отрекшись, а таковых удаляйся. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в думы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Ани и Амри противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере, но они немного успеют». Ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листрах, каковы гонения перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Аминь или не аминь? Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Это правило. Всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Това е правило. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Все писание Богу духновенное полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Скажи на это аминь. Аллилуйя, слава нашему Богу. И вы знаете, вот какой выход от всякой ереси? Каков исход от всякого ереси? К чему мы приходим? К какво стигаме? Очень важно знать Писание. Много важно да познаваме Писанието. Углубляться в него. Да се задълбочаваме в него. Просто внедряться в Писание. Да се внедряваме в Писанието. Копать. Докупаем. Копать до тех пор, пока не докопаешься до скалы. Докато не стигнеш скалата. А скала есть кто? Скала. Скала – это есть наш Господь Иисус Христос. Твой наш Господь Иисус Христос. Что значит копать, пока не докопаешься до скалы? Как означало докупаешь, пока ты не стигнешь скалата? Когда апостол Петр получил свое первое откровение? Когда апостол Петр получил свое первое откровение? Иисус как его назвал? Как Иисус го и нарекал? Ты Петр. Ты си Петр. Скала. Скала. И на сём камне я построю церковь свою. Върху този камък ще построя своята церковь. И врата ада ее не одолеют. И врата на ада няма да я одолеют. И тогда тебе никакие ереси не будут страшны. Тогава няма да се страхуваш от никакви ереси. Потому что самая мощная защита от ереси. Защото най-мощната защита от ерес. Это знать самого Господа Иисуса Христа. Твой да познаваш самия Господ Иисус Христос. Вы знаете, вот мы поехали в Казахстан. Отидохме, заминахме в Казахстан. Никто не знал, зачем мы туда поехали. Никто не знал, за какво. Ну, здесь-то знали, да? Тук знаеха. Мы приехали в Казахстан. Дойдохме в Казахстан. Нас встречают, зазывают. Пострещат ни. Сделали очень большое служение. Направихме голямо служение. Полный зал народа. Имаше пълна зала с хора. Мощное служение исцеления. Мощное служение на исцеление. А когда был призыв... Когато имаше призив. Люди начали выносить платочки, одеяния, целлофановые пакеты, бутылки с водой. Шишета с вода. Просто наложили вот так вот целую сцену. И целая сцена беше покрыта с такива неща. Я сказал, хотел сказать, бутылочки я не заряжаю. Искал да кажа, че не зареждам шишета. Ну, думаю, ладно, не буду это как бы так разочаровывать людей, люди все-таки верят. Няма да разочаровам хората, защото те вярват. И через эти опоясания люди тоже где-то получат исцеление. И через тези неща, за които се молихме, някои хора също ще получат исцеление. И потом произошла очень сильная молитва, мощное присутствие Божие. И след това се случи силна молитва, имаше присутствие на Бог. И потом служение закончилось. И служба да свърши. Мы пошли по местам. И ние седнахме по местата. И вдруг нам подходит один человек. И идва при нас один човек. Он сперва подошел ко мне. Първо е дошъл при мен. И он подошел и спросил. Той дойде и попитам. А вам случайно не нужна помощь с документами? Не ви ли трябва помощ с документи? Я говорю, ну в принципе, ну так, справляемся, в принципе. Казвам, справямся. Ну как-то поскромничал. Но бях скромен. Ну, этот человек на этом не успокоился. Този човек не се успокои. Он пошел к моей жене. Той отиде при моята жена. А вам случайно не нужна помощь с документами? Случайно не ви ли трябва помощь с документами? Вы представляете, какое послушание у человека? Представяте ли си какое послушание имаше този човек? Этот человек ничего не знал, что нам нужна помощь той с документами. Той не знае, че не трябва помощь. Мы поехали в Казахстан, чтобы отказаться от казахстанского гражданства. Заминахме в Казахстан да се откажем от казахстанского гражданства. Потому что получили разрешение здесь получать болгарское гражданство. Защото получихме разрешение тук да получим гражданство. Никто в Казахстане об этом не знал. И никой в Казахстан не знал за това. Человек подходит. Този човек идва. И говорит. И казва. Я могу помочь. Мога да ви помогна. Вот просто, вы знаете, ну, мы приняли его просто как ангела Господня. И го приехме като Господня ангел. Который потом нам реально помог. Който после не помог на истину. Хотя мы пытались. Не, се опитвахме. Своими человеческими силами. Со своите човешки усилия. Сделать все.
да направим сечку. Сами и без помощи. Сами и без помощи. И мы поняли. И разбрахмы. Что бюрократия там все так закручивает. Че бюрократия это такая заворта. Чтобы эта проблема не решилась никогда. Че тоже проблема никуда да не будет решен. Никуда. Абсолютно безвыходная ситуация. Безысходная ситуация. Выхода нет никакого. Няма никакого исхода. Понимаете, да? И тут появляется человек. И тут, се появляется человек. А вам нужна помощь с документами? Треба ли помощь с документами? И все законно в том плане, и что... И все законно. Не подумайте, что там... Не помыслите, чей... Да. Той просто все убадим. Просто наша, мы так говорим, наша крыша не течет. Не, казаме, че наша покрив не прутичет. Может быть, някую еще разбери? Ну, просто... Через какое-то время, след я почему время, об этом рассказываю? За что вспоминал за това? Вот я верю в чудесного Иисуса Христа. Вярвам вы в чудесный Иисус Христос. Мне, может быть, не так интересны. Может быть, не сами толково интересны. Какие-то догмы. Догмы. Вот мы сейчас учимся, да? Сега не если учим. Наша церковь получила возможность учиться. Наша церковь получила возможность. По воскресенье проходят прекрасные семинары, семинары библейские. През неделю ты има библейские семинары. Брат Питер проводит. Тя ги провежда брат Питер. Невероятный семинар, мне очень нравится. На мен много ми харесват. Наша церковь получила возможность учиться в Московской духовной академии. И наша церковь получила возможность да се уча в Московской духовной академии. И которая предоставляет также учиться и в Киевской духовной академии. И която позволява да се учи и в Киевската академия. Вот кто это вообще может делать? Кой може да прави това? Что учась в одном учреждении? Че учейки се в едно. Вы можете закончить Московскую духовную академию. Завершите в Московскую духовную академию. И Киевскую духовную академию. И в Киевскую. А идет война? А има война. А у нас войны нет. А не, няма мы тези потому война. Что в теле Христовом, правда? За что-то сме в тялото на Христос. Победа. И наша брань не против крови и плоти. И наша брань не против срещу духов кровь злобы и плоть. Мы духовите. Не воюем против людей. Не, мы не воюем за людей. Хората. Аминь. Не, против за бесов. Хората. Против бесовите. Против губителей, против демонов. Против самого демоните, дьявола, который против самия дьявол, от начала есть человек-убийц. Который от убийца на человечестве. Его мечта. И мечта тому. Украсть, убить и погубить. Да, украдный, да погуби. Последнее да место я открою сегодня. И мы что творим последнее место, на кое-то что слышим днес. Второе послание Тимофея. Второе послание Тимотей. Ой, извиняюсь, филиппийцам. Послание только филиппяне. Третья глава. Третья глава. С 12 стиха. От 12 стих. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силою, которую Он действует и покоряет себе все. Аллилуйя. Аминь. Слава нашему Богу. Вы знаете, слава нашему Богу. Вот я хотел закончить вот эту мысль. Искам да завершат эту мысль. Почему погибли все апостолы. За что загинали всички те апостолы? И, в принципе, и апостол Иоанн также искал такой же чести. Апостол Иоанн за что и тырсил тази честь? Написано прославить. Да прослави. Господа Иисуса Христа. Господа Иисус Христос. Своей смертью. Со своей-то смерть. И апостола Иоанна бросили в котел. И апостол Иоанн и бил хвырлен по историческим сведениям. По историческим. В раскаленное масло. Да, не. Где его варили. Горещее масло, когда это соговорили. И он совершенно сверхъестественно остался живым. Бачи, то есть сверхъестественно и устанал жив. А так бы иначе бы погиб. Бачи, би могло да загинет. Вы знаете, вот в книге Откровения написано, что кто находится под седьмой печатью. И в книгата Откровения пише, кой се намира под седьмата печат. Кто там находится? Кой се намира там? Души убиенных. Душите на убиение. За имя Иисуса Христа. Душите, които са били убити за имя Иисуса Христа. Которые целенаправленно пошли и положили свои души. Които са жертвовали своите души. Вот в Казахстане меня спросили, вы как верите? В Казахстан ме питаха. По эсхатологии. По эсхатологии. Учение последнего времени. Учение на последнее время. Церковь будет вознесена.
Стандартный вопрос. Стандартный вопрос. Церковь будет вознесена до великой скорби. Церковь та, что будет вознесена преди великого печала. Или после великой скорби. Или след това. И знаете, как я на этот вопрос отвечаю? И как вот говоря на тот же вопрос? Еще в самом начале своей веры. Още в началото на своята вяра. В 90-х годах. През 90-те години. Я посмотрел очень много фильмов по эскатологии. Много фильмов по эскатологии. О последнее времени. За последнее время. И один фильм мне очень понравился. И один фильм много мне хареса. Я придерживаюсь этой точки зрения. И все придержим к и там показывается, и как там, часть церкви. Там все показывает, что часть от церкви. Перед великой скорбью была вознесена. Перед великой скорб и была вознесена. А часть церкви осталась. А часть церкви-то и останала. И осталась целенаправленно. И со цел и установа. Потому что еще были дела на земле. За что-то още имало дела на земле. И было за кого молиться. Още имало за кого да се молят. И они сознательно пошли на эту великую скорбь. И те сознательно са отишли на тази великата скръп. Зная, что погибнут. Знаеки, че ще загинат. Почему? За что? Потому что эти люди. За что-то тези хора. Приняли решение. Те са приели решение. Достичь совершенной любви. Те са взяли решение да достигнат совершенната любов. Достичь совершенства. Да достигнут совершенства. И заплатить самую высокую цену. И да платят наивысокую цену. И мы не можем лишить их этой награды. И не можем да отнемем тази награду у тях. Это добровольное решение. Твое добровольное им решение. Я вот придерживаюсь вот этой позиции. Я все придерживаюсь кам тази позиции. Кто не захочет кой-то проходить няма через да великую скорбь. Да примине през великата скръп. Бог знает это. Бог знает. Бог вознесет. Бог ще ги вознесе. Бог не дает сверхсилы. Написано. Бог не дава сверхсилата. Но кто-то останется. Но някой ще остане. Для того, чтобы продолжить нести да служение на этой земле. Да носи служение на земята. Для погибающих. За тези, които загиват. Потому что Бог не желает смерти. За что-то Бог не желает смерти на грешниците. Скажи аминь. Кажете амин. Давайте мы склоним наши сердца. И нека склоним наши сердца. Сегодня была твердая пища. Неска имаше твърда храна. Пусть эта твердая пища упадет на добрую почву. И нека тази храна. Това и пусть, да если върху сейчас не открыто, плодородная почва, то чуть позже пусть это слово откроется. Нека това слово да се открие за вас. Спасибо тебе, всемогущий Бог. Благодаря ти, всемогущий Божий. За твою пищу. За твоята храна. Которая сходит прямо с небес. Която идва направо от небеса. И это здоровая пища. Здравословна храна. Которая основана очень хорошо на Священном Писании. Която се основава върху Свещеното Писание. Мы не отклоняемся от тебя ни направо, ни налево. Ние не се откланяме ни надясно, ни. Мы не забегаем перед тобой. Ние не бягаме пред теб. Мы будем следовать только за тобой, Иисус. Ние само ще следваме теб. Потому что только ты, Господь. Защото само ти. Потому что только ты есть путь. Само ти си путят. Потому что только ты есть истина. Защото ти си истината. И потому что только ты есть жизнь. Защото ти си живот. Все то, что написано, всичко, это пище, оно исполнится. Все то, что делал, исполни. Все то, что делал, и мы будем делать. Продолжай, Господь, свое славное Евангелие. Продолжай свое славное Евангелие. Через наши жизни. Через наши животи. Вот мы. Делай то, что ты хочешь. Прави, как вот ты искаешь. Не наша воля. Не наша воля. Но твоя да будет. Но твоя да будет. Научи нас быть рабами твоей святости. Научи нас да будем рабами на твоей святости. И твоей праведности. И твоя праведность. И пусть всякий грех. И нека всякий грех. Всякий порок. Всякий порок. Всякая нечистота. Всякая нечистота. Всякая скверность. Всякая скверность. Всякое скверное слово. Всякого ложь, оно навсегда ложь, уйдет из нашей жизни. Завинаги да се махне от нашия живот. Потому что мы стали еще более посвященными Тебе. Что-то станахме още повече. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Благодаря Тебе, Божий. Мы молились. Молихме се. Молитвы согласия. Молитвата на согласие. Во имя нашего Господа Иисус Христа. На нашия Господь Иисус Христос. И народ Божий да скажет на это: аминь. Будьте благословенны.